хоп, вторая глава началась. А почему света нет? Без понятия. Мэдис. Есть кто? Хиба. Можно осмотреться. Эй! Мы тут. Августину Либер. Я даже не хочу здесь ничего искать. Я просто хочу найти Августину Либер. Я экшена хочу. Теперь точно выглядит как жуткий особняк. Чё? Ой, записки не хочу я. Эй, кажется, я поняла, почему тут никого. Почему? Думаю, они просто забыли про нас и уехали куда-то. Может, ты играешь? Немного. Давай сыграем. Я бомб пожму. Блять, это эти коробочки. Типа, что, мне нельзя это все посмотреть? Как-то мне не по себе. Жутко тут. Притащиться в старое поместье, где никто тебя не встречает. Добро пожаловать, приветствую. Привет. Мне так и не объяснили, что делать по прибытии сюда. Так что... Ага, и нам. Прошу меня простить, я забыла о манерах. Меня зовут Стэн. А вас? Мэдди. Мэдди? Прекрасное имя. Сокращенно от Мэдалайн. Вообще-то Мэдисон. А, второе имя Лексингтон. Что? Центр города. Большое яблоко. Город, который никогда не спит. Где живут красивейшие женщины и отчаявшиеся мужчины. Мэдисон-авеню. Поняла. Подходящее имя для столь прекрасной дамы. И давно ты тут ждешь? Не меньше минуты, но и не дальше вечности. А это долго или... Казалось, что долго, пока не появились вы. Парадная дверь не заперта, так что я осмотрелся и устроился поудобнее. А потом нашел способ почувствовать себя как дома. А разве не странно, что тут никого нет? Нас же пригласили, правда? О, да. Ну, о тонкостях британского гостеприимства можно написать целую книгу. И много уже написано. Блять. Ой, Стэн, это... Линда Касл. Какого их жена, я... господи? Огромный что фанат за... ваших фильмов. Блять. Я... У меня нет слов. Я... потрясен, что вы здесь. А, ладно, конечно. Бруно Стэнфорд III. К вашим услугам, но только... Если будете звать меня Стэном. Прости. Окей. Это большая честь. Большая. Они все какие-то маньяки. Я и не знала, что ты действительно знаменитая. Слава — это конструкт, а я нет. Ну, позволю себе возразить. При вашей фильмографии такая скромность просто феноменальна. Жизнь и смерть под лунным светом — совершенство. Кровь и мозг — обязательно. Забытая плоть. Даже не знаю, с чего начать. Ну ладно, окей. Мисс Касл, вы архетипичная контркультурная икона современного кинематографа. Спасибо, на добром слове. Не ожидала услышать его тут.
О, так ты и впрямь, это архетипичная культ... контр... икона культуры? Стоп, разве вы прибыли не вдвоем? Ой, нет, то есть, да, мы ехали вместе, но всего пару последних миль. Моя машина заглохла. Ясно. Пардон, я принял вас за ассистентку мисс Касл. И опять плаги. Потрясающе. Великолепно. Чудесно. А, нет, я одна. Стоп, не следует радоваться или обижаться на это? Что вы, я не... Было бы здорово иметь ассистентку. Будь она иметь у вас, ее обаяние и близко не сравнилось бы с мисс Авеню. Твоя фамилия Авеню? А, нет. Я что-то пропустила? Только нашу всеобщую печаль. Да ты рядом, блядь, стояла, хозяев. Дура ты, блядь. Где бы они ни были. Значит, ищем дальше? Ну, а почему бы и нет? Что-то пропустила. Может, хозяйка нам что-то оставила? Ты же, блядь, стояла прям вот тут рядом, блядь. Чем занимаешься, Стэн? Он не на ушко мне говорил. Не буду утруждать вас всеми деталями. Но это связано с деньгами, тачками и акциями. Все законно. Конечно. О, еще бы. Киноафиша внутри шкафа. Эй, а вы слышали о смертельном заводе? С ума сойти. Ты что, шутишь? Нет. Я тут не единственный, кто знаком с этим фильмом. Стоп. Это тоже ты снимала? Это одна из моих первых работ, сверхмалый бюджет и никакого понятия о том, что мы делали. Этот фильм не должен был увидеть свет. Я жалею, что он вышел. Почему? Ну, все как-то вышло из-под контроля. Говорят, показов было мало. И каждый раз публика впадала в бешеную, неконтролируемую ярость. Не, да хорош. Не отрицайте. Этот фильм — легенда. По-моему, у зрителей просто крышу рвало от скуки. Послушайте, вас наверняка заставили дать кучу подписок о неразглашении, но... Что? Кто? Правительство. Когда оно конфисковало и уничтожило все копии фильма до единой. Ох, да хватит уже. Штуку вроде оставили на всякий случай. У ЦРУ, как говорят, есть секретная лаборатория, где картину используют при особых допросах. Откуда ты все это знаешь? Я же фанат. И знать такие штуки полезно. Так должно быть? Не знаю, но смотрится эффектно. О, чудно. Я вижу, вы не теряли времени и уже все познакомились. Прошу у вас прощения за свое опоздание. У меня сейчас так много дел, просто голова идет кругом. Негостеприимно с моей стороны отвлекаться на них, пока я с вами. Ах, да, насчет гостеприимства. Ах, горло пересохло. Так не пойдет. В конце концов, вы чересчур красноречивы в трезвом виде. А в нетрезвом виде вдвойне. Мэдисон, вы тоже освежитесь? Просто Мэдди. Это хуйня сделала. Пардон, Мэдди, так Мэдди. Все в порядке. Нонсенс. Не стесняйтесь отстаивать свое имя, ведь оно это вы. Она сказала, чтобы нас перебили. Это очень важно. А вы кто? Я зову себя Августина Либер. Августина. Приятно познакомиться, Августина Либер. Пошла нахуй, Августина. Тогда вновь предлагаю вам выпить. И пойти раз нахуй. Знакомство состоялось. Конечно. Да, буду полный. Да. Мне отыграть тоже роль полной дуры, блядь. Конечно. Она же дура. А вам? Нет, спасибо. Вам понравится. В жизни капли в рот не брала. И начинать так не охуя. Собираюсь. Я знаю, что путь сюда был не близким, и вы утомились. Надеюсь, здесь вас ждет достойная компенсация. Это зависит от вас, верно? Думаю, так. Покажете вы,
покажу и я. Вы торопитесь. Терпение, мистер Стэнфорд, пока не все в курсе. Прошу. Спасибо. Ты окей? Да, хотя... ничего. К делу, Августина. Я сюда добирался не ради выпивки. Что это там? Не знаю, что ей привезли на продажу вы, но... у меня один из редчайших образцов кинематографической однодневки, который когда-либо выставлялся на продажу. Что ж, вот перед вами единственный уцелевший фрагмент пленки фильма «Смертельный завод». Оригинал. Самая ранняя работа одного известного автора. Предположительно. Стоит целое состояние. Так говорят. Огорчу тебя. Эх, черт. Вот тебе и вся ее уникальность. Не совсем. Я не знала, откуда она. Вы ведь сказали, что я должна принести ее вам лично, если хочу. Я выполню то, что пообещала. Всем вам. А если я не продам? Выбор за вами. Эти 40 лет страданий. Но зачем вам продлевать? И я вновь у всех прошу прощения, но у меня появилось срочное дело в личном реликварии. В мое отсутствие продолжайте чувствовать себя как дома. Типа, может, сначала закончим разговор? Всему свое время, мисс Касс. Вы умрете через 7 дней. У нас... почти получилось. Энергия сущности уже давила на стены завода. Пока смельчак Сэм Грин не вмешался и все не испортил. Ритуал прерван. Мой ключ изломан. Фрэнк Стоун не умер той ночью. Его душа слилась с основанием завода. Бесконечный, мучительный кошмар. Мне нужно было найти способ вернуть его. Нахуя? Чё ты хочешь сделать с ним? Никак не дойдет, да? Думаете, мы слабаки? Что мы ничто? Вы мне противны. Но кое-что вы, ублюдки, никак не поймете своими куриными мозгами. Можете нас связывать, можете нас пытать. Можете подвергать страшным испытаниям, на какие только хватит фантазии. Но вам ни за что не сломить наш дух. Нет! Нет, нет, нет! Сестру? О боже! Всего лишь надо предать... собственную сестру, меня отпустят. Я останусь в живых. Да пошло все! Идите к черту за то, что обрекаете на такой живот. Там что, рука не его, да, вроде бы как? Ты не видишь, что поистине делает нас людьми? И пусть я сотни раз умру с самыми жуткими из смертей, я не предам любимых. Мой ответ – нет.
и ничто не сможет изменить мое решение. Ты инопланетная падаль. Покажи, что умеешь. Меня не сломить. Что за хрень? А, что это? Что ты творишь? Ну как? Было просто шикарно! Правда? Не перестарался? Вообще нет! Показалось, что я слегка переиграл. Не выдумывай, Хайме! Тут чем больше, тем лучше! Тема. Ну, как оно, Линда? Хорошо вышло? Сейчас проверю. А тут открывается кадровое окно? Не совсем. Объектив не снимается, так что... Да ёб тебя, блядь, чё ты так лагаешь-то, курица-то ебаная? Кто-то просто жаждет продемонстрировать свои познания в киноиндустрии, вычитанные в библиотеке. Я просто серьезно подхожу к ремеслу. Матерь Божья, ремеслу! Ну как, получилось или нет? Ага. Ну типа, смотрелось круто. А кровь получилась? Ну... Линда, ты же сняла кровищу, да? Зависит от того, как Хайме это передал. Уж я-то постарался. Да, но хоть что-то в кадр-то попало? Ну, видно, как у Хайме лицо забрызгалось. А, Линда! Я же сказала, что хочу широкий крупный план, где будет видно кровищу из руки и игру лица Хайме, а не огромный кадр с игрой лица Хайме. Я была в моменте. Вообще-то, мне тоже нужно было выразить свой творческий порыв через камеру. Ебать. И нет такого понятия, как широкий крупный план. Или огромный кадр. Или игра лица. Просто лицо. Смотрю, всем наплевать, что я режиссер! Да всем вообще насрать нахуй на эту хуйню. Конечно. Крис, ты режиссер. Но режиссер должен доверять своей команде, а у Линды чутье по части операторской работы, понимаешь? Давайте мы снимем обе версии, а потом посмотрим, какая из них получилась лучше. И будет, по-моему, потому что я режиссер. Не дергайся, давай все уберу. Все получится. Если нет, ты загладишь свою вину после съемок у меня в трейлере. А, прямо как сироп от кашля, мятный. Да, меня и впрямь тошнило. Стоило того. Может, мне уйти? Ладно, ладно, за работу, ребята. Собрались быстренько. Еще раз снимаем эту сцену. Повторяем. Окей, звук пишется. Камера пишет. Ладно, все по местам. Приготовились. И начали! Блять! Нет! Вот капец, пахнет жареным. Что это вы здесь творите? А чё? О, как она? Здрасте, мистер Грин. Шериф. Шериф, точно. Простите. Сколько раз я говорил вам держаться отсюда подальше? Мы тут снимали сцену. Сцену? Для нашего фильма. Здесь запрещено вести съемку. Но в этом месте планируется самый замес. Это заброшенный завод, мистер Ривера. И вы здесь незаконно. Так что, если не хотите ночевать в обезьяннике, попрошу вас... Мисс Кассел. Уйти в зоопарк. И мисс... Дикси. Мисс Тэмми Ди Дикси.
мисс Гордон. Мисс Кристин Гордон. Попрошу вас немедленно покинуть территорию и никогда, ни при каких обстоятельствах, не возвращаться на этот завод. Никогда. Вот блин, простите нас, мы не знали, что делаем что-то плохое. Мы уходим. Воу-воу-воу, Хайме, у нас фильм еще не готов. Знаю, но мы должны слушаться шерифа. Он же шериф. Мне пофиг, кто он не... И мы чрезвычайно рады следовать указаниям шерифа. Да, и... Ну что, адекватный? Не забудьте прибраться. Со сломанной камерой и без места для съемок делать тут нечего, да? Камеру просто нужно починить. Блин, да какая муха его укусила? Ну он еще ничего. Обычно. Мы же не пойдем у него на поводу, да? Правда? Вернемся в гараж и прикинем, что будем делать дальше. Блять, но он же там за углом стоял, он же все слышал. Все готово, сэр. Даже не пытайтесь меня надурить. Я все вижу. Так точно? Ебать, как она лагает вообще, это ужас просто. И рожа моя тоже там лагает. Все лагает, блядь. Это просто отвратительно. Да! Блядь, я же, блядь, засыпаю в эту игру. Эпизод 3, да? Ладно, на этом тогда все. Сделаю паузу. Пожру. Дымить дымяра. Абсолютная и бесповоротная катастрофа! Не драматизируй. У нас же дедлайнов нет. Кому нужен рабочий дедлайн, когда каждая потраченная зря секунда приближает тебя к дедлайну абсолютному, вечному? Готично. Мне нравится. Эй, а это что? А это чтобы надевать во время съемки. Сюрприз! Стоп, ребят, раз вы оба в кадре, значит, я буду одна? Ты типа наш представитель? Ну да, конечно. Стой, не открывай, пленка еще в камере. Так она же сломана. Линза треснула, но пленка-то в порядке, пока крышка закрыта. Ладно. Сегодня у нас неплохой улов, стакан наполовину полон. Чувак, дай спокойно погрустить. Блин, шерифу Грину вообще больше нечем заняться. Ну, может, он все-таки преступников ловить будет? Не сказать, чтобы Сидар Хиллс кишел преступниками. Ну, не совсем так. Была та заварушка с серийным убийцей. Стоп, что? Когда это было? А,
Я был совсем мелким, мне мало что известно. О, да ты все еще пупсик. И ничего не знаешь. А теперь, малыш, будь умницей и расскажи все, что ты знаешь о маньяке. Я кое-что знаю. Давай, колись. Во-первых, я думаю, что поэтому шериф Грин не хочет пускать нас на завод. А, там ведь все и произошло. Так ты все знал. И ты молчал, предатель. Я ведь знал, что ты сразу станешь такой. Ясен пень стану. Линда, что там было с заводским убийцей? Ну, на этом все закончилось. Но прежде была целая череда исчезновений, точнее, похищений. Убийств. Как звали этого типа? Добавим его в фильм? Даже не знаю. Фрэнк Стоун. А, так. Фрэнк Стоун на самом деле убивал людей на сталелитейном заводе? На нашем заводе? На котором мы снимали всего час назад? Теоретически. Фрэнк работал на заводе, но тот уже был на последнем издыхании. Вряд ли там было очень людно. Его вскоре закрыли. Как думаешь, чего он хотел? Должна же быть причина для убийства такой кучи народу, а? Признания никто так и не дождался, поэтому ничего не известно наверняка. Должен же где-то быть кто-то, у кого есть соображение. Ну, всегда можно спросить Фрэнка Стоуна. А? Хрустальный шар или доска, что скажут нам по линии мадам Биби? Так просто позвонить мертвецам. Ну-ну. Я однажды звонила мисс Биби. Хотела поговорить с Мэри Шелли, но мисс Биби решила, что это моя бабушка. Поэтому взялась убеждать меня есть побольше щей. Рецептик взяла? Вот, блин. А может, лучше не стоит ворошить прошлое? Да уже столько лет прошло. Людям не очень нравится их ворошить. Иногда в округе шныряют журналисты. Людей это реально бесит. С приходом шерифа Грина все стало тихо. Шерифа Грина этот вопрос как-то очень сильно волнует. Сэм Грин взял Стоуна. А еще он в тот день спас младенца. Тот стал бы следующей жертвой. Он у нас в городе герой. Ха. Интересно. Крис, о чем ты думаешь? Вы, ребята, очень помогли своими ответами и все такое, но... кажется, мне надо обратиться к первоисточнику. Что? После сегодняшнего дня Грин вообще не захочет говорить о сталелитейном заводе. Кто знает? Ой, блядь, я уже не знаю, как сесть. Да не важно, что случилось на заводе. Со сломанной камерой закончить съемки не получится. Эй, может, отнесем камеру в магазин? Вдруг ее починят? Ну и вот. Просто я остатки бюджета уже потратила на футболки. Слушай, может, ты знаешь каких-нибудь потенциальных инвесторов? Иначе мы в жопе. Эфорту! Жену 16, я больше здесь не живу! Ты не можешь меня наказывать! Чё? Хуй во чё. Тоже хочешь получить? Эй, ты как? Как дела? Ничего, все хорошо. Как дела, блядь? На хорошо не тянет. Все хорошо. Когда мама заболела, я бросила свою жизнь в Нью-Йорке и примчалась на помощь. А он говорит, что я вечно халявлю, будто ему плевать, чем я пожертвовала. Он просто волнуется за маму. Ну, а я нет, поэтому я здесь. По крайней мере, он мог бы не обращаться со мной, как с 16-летней. Точно. О чем только думает, да? Прости, наверное, мне просто нужно было выпустить пар. Понимаю. Маме еще не хватало, чтобы мы ругались. Точно. Ага, и ты проделала невероятную работу. Я серьезно. Я не знаю, что бы мы без тебя делали. О-оу. Что, что? Линда, где колокольчик Хайме? Динь-динь. Колокольчик Хайме? Мой любимый братец имеет привычку выкладываться на полную, когда ему нужно одолжение. Нет, я ведь от чистого сердца. Окей,
Чего ты от меня хочешь? Ну, мы снимаем фильм, и чуть-чуть осталось. Но нам нужно еще совсем немного денег. Ну, ясное дело, как же иначе? Хайме хочет сказать, что сегодня накрылась наша камера, и нам нужно пару баксов на ремонт. Упс. Сколько вам надо? Давай побольше попросим. Ну, типа, двадцатки должно хватить. 20 баксов? Это тебе не мелочь. Вот столько сейчас стоит отремонтировать камеру. Серьезно? Мы пытаемся снять хорошую вещь, а хорошо дешево не бывает. Она правда нужна вам, чтобы закончить фильм? Да. Да не особо. Ладно, я в деле. Как я могу мешать искусству? Ты не пожалеешь. Кстати, сегодня гараж мой. Что? Почему? Он мне нужен. Ну, у нас же там все для монтажа. Такие условия решайте сами. Ладно, договорились. Не продолбайся. Не волнуйся. Я знаю, что с этим делать. Ты в порядке? Ты весь какой-то дерганый? Да норм. Просто, блин, из чего эта бутафорская кровь? Разве это не настоящая с мятным вкусом? Ой, там было сказано избегать длительного контакта с кожей. Ты же все сразу с себя смыл, да? Ты намекаешь, что она типа опасная, что ли? Это ужастик, Хайме. Умереть может каждый. В любой момент! Надеюсь, они успеют починить камеру до закрытия? Не уверена, что фармацевт умеет чинить камеры. Эй, думай позитивно. Нам все равно больше некуда ее нести. Что? А может, сюда? Это здание хотели же снести. Там новый арендатор. А в лавке древностей вообще чинят камеры? Возле дома моего дедушки жил старьевщик. Он частенько подшаманивал всякий старый хлам. Кто знает. Здесь тоже хлама будет, завались. Чё все-таки страшные, блядь? Решай, Крис. Давай в лавку древности. А что? Я всегда интересовалась древностями и редким антиквариатом. Может, там греблина, ну да, блядь, нам продадут. Я веди нас. Что-то я опять бы ожрался. Блин, блин, когда без выходных, если бы не знал, подумал бы, мало, что эта лавка тут вообще была всегда. Так, на работе не там говори. Перехватишь. Добавим, да, фильм. Не соблазняй. Чуть-чуть больше съешь. А если там владелец, отмороженный маньяк, который превращает заблудших подростков в дорогой антиквариат? Тогда это бинго. Зацените товар. О, камеры. О, жизнь их, конечно, знатно потрепала. Лучшие экземпляры в окна не ставят. Давай зайдем посмотрим. Ну вот. Дорого. Аптека все еще открыта, можем зайти. И что же вы ищете? Здрасте. Здравствуйте. Мы увидели у вас камеры. Нам нужна замена, наша сломалась. Вот она. Ну, конечно. Прошу. Проходите. Крис. Так, поглядим. Я думаю, у меня есть для вас кое-что интересное. Надо только найти. А вы будьте как дома. Окей. И непременно осмотритесь. Кто знает, какие сокровища вас ждут. Под намек? Быть как дома? Здесь? Ну, не знаю. Здесь даже уютно. Атмосфера капиталистического упадка. Посмотрим. Может быть, здесь? Нет. Ну, а вот
Куда же я их дела? С каких пор тут такой бардак? О, какая мила. Кому? Не знаю. Предположим, у нее найдется подходящая камера для нас. Что дальше? У нас есть все, чтобы закончить эту хрень. Кроме завода. Ой, чуть не то зашло. Не знаю, что это, но даже смотреть больно. Типа коса какая-то. Кого привлекает такая жуть? Гелик какой-то. Да, блядь, может, ты пизда пойдешь? Чё за музыка? Наверняка среди этого мусора будет что-то полезное. Я так понял, это фигурки злодеев из Dead by Daylight или как? Если она погонится за нами с гигантской бензопилой, я буду в полном офиге. Повезло. Поистине прекрасная вещица. Да. Ого. Можно? Ну, конечно. А, какое ретро. Возможно, нам даже удастся ее запустить. Но, честно говоря, мы искали не совсем это. Угу. И сколько вы хотите за нее? О, на ней висит маленький ценник. Но я, кажется, забыла свои очки. Вы не посмотрите. $20. Ну, я хер знает, она тварь, поэтому... Ну, в смысле, это девка. Поэтому пусть себя ведет как тварь. Ну, не знаю. Как-то это чересчур дорого за такое старье, понимаете? Это весьма ценная вещь. Боюсь, снизить цену я не могу, но могу кое-что предложить. Уникальная вещь. Ручная работа. На удачу. Может, пригодится в качестве реквизита?
Конечно. По рукам. Чудесно. Большое спасибо. Спасибо вам за камеру. Ох, какие пустяки. Когда молодежь так тянется к искусству, глаз радуется. Да. А мы такие. Чё-то она как-то странно смотрит. Ой, ребят, вот я балда. Я же обещала маме купить молока. А, может мне... Держи, я мигом. Стой, Крис, мы же все потратили. Четвертак в носке! Четвертак в носке? Кто в носках четвертак носит? Зависла опять. Игра, ты вообще что себе думаешь? Ты думаешь, ты такая охуенно... крутая, что ли? Сандали? Нахуй мне эти сандали ваши? Проклятие? Серьезно? Писать больше не о чем. Это бы очень пригодилось для смертельного завода. Были бы лишние деньги. Да только вот их нет. Ну спизди, блядь. Бери, давай, все, молоко съели. Еще пропавший ребенок. Надеюсь, его нашли. Ага, туда я молока, блядь, не куплю. Эй, Крис! Роберт! Ты разве не в библиотеке работаешь? А тебе откуда знать? Ты разве не шериф? Я тебя там не видел. Чувак, у меня глаза повсюду. А, Линда. Ну да. Ты бы сама заходила. Тут клёво. Книжный червь у нас Линда. Я скорее киношный. По-моему, таких червей не бывает. Книжных тоже. Так, мне закрываться минуты через две. Так что... Пошла нахуй отсюда. О, да, супер. Рассчитай меня. Так, с вас 25 центов. Окей. Да, в библиотеке, конечно, столько не заработаешь. Хотя там не зарабатывают. Это волонтерство. Если любишь читать, то и неплохо. Угу, точно. Отдел ужасов там хорош. Не знала, что ты по ужастикам. Только книги? И фильмы, и комиксы. До чего смогу добраться? Знаешь, мы с Хаймой и Линдой тут снимаем ужастик. На заводе в Сидер Хиллз. Да ладно. Еще пара рук лишней не будет, так что, если тебе интересно... Вау, даже очень. Но... А мой папа знает, что вы там шастаете? Он сторожит завод как пес. А, ну да-да, мы с ним сегодня столкнулись.
Но хотим вернуться и отснять конец. Блин. Хотел бы я поучаствовать. Это в чем же? Привет, пап. Да, вот, Крис мне тут рассказывала... О благотворительном сборе. На киносеансы. В библиотеке. Ясно. Пиздоболка, нахуй. Подвезти? А, да. Только сумку возьми. Сын. Крис, я перегнул палку с тобой и твоими друзьями, прости. Я хотел объяснить, что это не шутки. А, окей. Только скажите одну вещь. Это правда? То, что произошло на заводе? Что? Ну, то. Было на самом деле. А, да. На самом деле. Хм, да, да, все так. Но кое о чем умалчивают. И? Нет, я не буду. Ну уже. Ладно. Но обещай держать рот на замке, окей? Даю слово. Завод-то не литейный. На самом деле, он смертельный. Ладно, попалась. Работа такая. Готов? Пока. А кто закроет магазин? Я что ли, блядь? Эй-эй-эй. Я могу провести вас на завод тайком. Только дай знать. Давай снимать. Ну и все, и пизда вам придет. Да снимаетесь, блядь. Че, опять все зависнет? За века я сменила много масок. Доктора Августину Либер считали заслуженным профессионалом. Фрэнк Стоун доверился мне. Позволил раскрыть его потенциал, пока лежал в той ужасной психиатрической лечебнице. Подожди, так она... А теперь она вот эту бабку новая сейчас... маска. Новая эпоха. Новый шанс. Да, продажи камеры – нечестный трюк даже для меня. Они не ведали ни о силе, которой завладели, ни о том, что ждет их на заводе. Но разве Творец не готов страдать за творение? Ну, что-то интересное началось, да? Когда нет пиздежа. Ой. Эпизод четвертый. Четвертый эпизод. Пауза. Давай, до скорого. Я прям все на одном дыхании записываю.